незаконному болельщику на матчах под эгидой Московской Федерации футбола недопустимо. Нецензурная брань, курение, распитие спиртных напитков, агрессивное поведение на трибунах, использование пиротехнических и лазерных устройств. За данные правонарушения законодательством России предусмотрена административная ответственность. Актуальную информацию о матчах данного турнира вы можете найти на официальном сайте Московской Федерации футбола и в наших аккаунтах популярных социальных сетей. Все матчи первенства Москвы обслуживаются судьями Московской коллегии судей по футболу.
Yeah!
забил номер 25. Михаил! Команда «Москвич». Поднимаю! 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 Поднимаю!
Московская Федерация Футбола рада приветствовать вас на первенстве Московского Футбола среди команд спортивных школ второй лиги. Напоминаем вам, что в соответствии с законом о болельщиках на матчах под эгидой Московской Федерации Футбола недопустимы нецензурная брань, курение, распитие спиртных напитков, агрессивное поведение на трибунах, использование пиротехнических и лазерных устройств. За данные правонарушения законодательством России предусмотрена административная ответственность. Актуальную информацию о матчах данного турнира вы можете найти на официальном сайте Московской Федерации Футбола и в наших аккаунтах популярных социальных сетей. Все матчи первенства Москвы обслуживаются судьями Московской коллегии судей. Thank you.
Thank you.